категориях Pro, и первая категория — это Professional Wake Skate. Ну что ж, начинаем финалы в несколько другом виде спорта. Не, это не вейкборд, это вейкскейт. Но здесь тоже очень большую роль играет стиль. Здесь все те же самые трамплины, все те же снаряды. Шут от Евгения Корня. Ну, 360. Четыре участника. Евгений Корень заходит на финальное соревнование первым. Узнаете песню, кстати? Вот сейчас Евгений Корень упал под эту песню. Не принесла она ему сегодня успех. Не до конца он докрутил свои 360, но дело в том, что Евгений Корень выступает под песню, с которой финская группа уж не позволяет память вспомнить, как называется. Она в Киеве выиграла, финская группа, Евровидение в 2005 году. Рок Аллилуйя. Лорд или Лордс, как-то так. Лорди. Вот, все, вспомнили, как называется группа. Ну что ж, Евгений Корень на второй попытке. Евгений Корень сорвался, но сейчас продолжает свое выступление, точнее, заканчивает его. ...180 скикера, таким является завершение Евгения Корня. Еще один шовин был, но не смог. Ну что ж, это мы уже наблюдаем вейкскейт, который вписался, можно сказать, в нашу вейкбординговую программу прямо перед выступлениями категории Professional девушек и ребят. Пока готовится стартовать Виктор Чайка, еще раз скажу вам, присоединяйтесь к трансляции, давайте голосовать за спортсменов, которые понравились, чтобы кто-нибудь сегодня получил приз зрительских симпатий. 180 с гребом, Виктор Чайка начинает именно так. Сейчас несколько хаотично выглядит выступление Виктора Чайки. Он очень быстро перебирает ногами, но на какой-то очень существенный трюк пока что не зашел. Вот чуть не сорвались 360 градусов от Виктора Чайки, но все-таки он остается на ногах, остается на воде. Точнее, на ней, но не под ней. И это очень важно для Виктора. Проходит шотган и падает. Все-таки срывается. Все-таки оказывается Виктор Чайка ближе ко дну. В прямом смысле и в переносном. Ну, естественно, сдаваться никто не собирается. Он сейчас возьмет свою доску, которая улетела, ну, далеченько так. Ну вот, видимо, людей на берегу, возле речки, вот это все зрители. Они сидят в кафе, наблюдают, они сидят на летних террасах, просто собираются на берегу. Вот таким образом выглядят трибуны, такие неофициальные трибуны X-парка. Виктор Чайка продолжает. И заходит на кикер. Идет на левый кикер. Триста шестьдесят. От Виктора Чайки.
Ну и снова он падает, снова срывается, снова валится. Ну что ж, таким было выступление Виктора Чайки. Антон Каюн будет следующим стартовать. Нужно уплывать побыстрее, ближе к берегу Виктору. Сейчас выступят ребята в категории VX Skate, потом Women's Professional, Men's Professional и, соответственно, потом готовимся к церемонии награждения. Ждите, будет еще несколько интервью, несколько включений с участниками, с судьями, возможно, с официальными лицами нашего турнира. Обязательно увидимся еще с вами возле речки, на берегу. Но пока что Антон Каюн третьим стартует в категории VX Skate. Бэксайд 180 от Антона. Лишь на самый кончик трубы он запрыгивает. Ну и пропадает с наших радаров. Это значит, что потерпел сейчас столкновение с водой Антон Каюн. Ну, увидели мы слова благодарности мэру. Я не знаю, это был задум наших режиссеров или просто совпадение. Мы ждем Антон Каюн, когда поднимется все-таки снова на воду и продолжит выступление. VX Skate, Антон Каюн, потом еще выступит Иван Остапчук. Вот так вот. Вновь становится на ноги Антон. И поехали дальше. Смотрим. Ну вот недаром это именно Wake Skate. Здесь больше скейтбординга, чем в вейкбординге. Здесь больше работы, такой мелкой работы ногами. Мелкие прыжки. Ну и снова срывается Антон Каюн. Не доезжает он дистанцию, не добирается он до последних трамплинов. На втором повороте заканчивает свое выступление Антон Каюн. Ну не он первый в своей категории, кто выступил вот так. Евгений Корень тоже не снискал большой удачи на сегодняшнем турнире Equity Wake Open 2018. Ну, если быть уж совсем точным, то это его кабельная версия. Вчера была версия с катером. Антон Каюн все же продолжает выступление, вопреки тому, что дважды он сегодня свалился. Бэксайд трешка. Вот Антона, и продолжает он выступление. А вот здесь вновь валится. И теперь уже точно все, да. Если второй раз не может преодолеть трассу спортсмен в вейкскейте, то дальше уже не будет ничего. Закрывает программу VX Skate Иван Остапчук. Имеет все шансы сейчас Иван обойти соперников. В первую очередь из-за того, что посрывались они, попроваливались. Но Виктор Чайка все-таки
Бэксайд 180. Это первый трюк от Ивана Остапчука. Евгений Корень и Антон Каюн сошли. Сошли с дистанции. И вот сейчас танцы от Ивана Остапчука. Танцы на воде. Бывают танцы на льду, но это у нас танцы на воде. Два раза по 180, до этого 300, до... любая вариация. Проходит шотган и... Не знаю, насколько фартовой является песня для экстремала, когда ключевое слово в ней sit down, то есть присаживайтесь, пожалуйста. Наверняка 360 фронтсайд от Ивана Остапчука, и заходит он на второй круг, вот так вот он объезжает со стороны трубу и падает. Вот там вот в углу все-таки мы увидели, как упал Иван Остапчук.